Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 11, глава 3, текст номер 22. Татра Бхагаватан Тарман Шикшьет Гурват Мадайвата Амаяену Вритьяйтас Тушьет Атмат Мадохарих. Перевод и комментарий учеников Бхактивиданты Свами Шрилы Прабхупады. Принимая истинного духовного учителя своей жизнью, душой и почитаемым божеством, ученик должен постигать через него процесс чистого преданного служения. Верховная личность Бога Хари, душа всех душ, склонен отдавать себя своим чистым преданным. Поэтому ученик должен научиться у духовного учителя преданно служить Господу без лицемерия и обмана, так, чтобы Верховный Господь, будучи довольным, предложил себя верному ученику. Комментарий. Говоря о склонности Господа отдавать себя чистым преданным, Шрила Шридхара Свами приводит в пример случай с Бали Махараджи, который не пожалел своего царства размером со Вселенную ради удовольствия Господа Вамана Девы. Бескорыстная преданность Бали Махараджи настолько порадовала Господу Ваману, что он вызвался быть привратником во дворце Бали, которому было возвращено его положение одного из величайших царей Вселенной. Шрила Джива Госвами говорит, что духовный учитель Атма, или сама жизнь ученика, ибо настоящая жизнь начинается с посвящения у истинного духовного учителя. Во сне мы переживаем множество, на первый взгляд, прекрасных и важных событий, однако настоящая жизнь начинается только с пробуждения. Подобно этому, поскольку духовный учитель пробуждает ученика и так возрождает его к духовной жизни, настоящий ученик понимает, что духовный учитель – это основа всей его жизни. Как пишет Шрила Джива Госвами, Верховная Личность Бога есть источник всего наслаждения, и поэтому, когда Господь отдает себя чистому преданному, тот испытывает наивысший экстаз. В связи с этим приводится следующая шрути-мантра. «Ананда дхимани пхутани джаянте» – «Воистину все живые существа – возникли из Всеблаженного Господа». Вишванатха Чакраварти Такур говорит, что когда Господь дарует себя чистому преданному, эта счастливая душа воочию видит Господа, прикасается к Нему и служит Ему непосредственно. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур говорит, что ни в коем случае нельзя считать духовного учителя обычным человеком или кем-то, кто находится с нами на одном уровне. Нужно понимать, духовный учитель всегда пребывает в сине лотосных стоп Верховного Господа. Нельзя пытаться задействовать духовного учителя в служении себе, считая себя его повелителем и используя учителя как инструмент для извлечения материальной выгоды. Зрелый ученик все сильнее и сильнее хочет служить духовному учителю и потому испытывает блаженство, исходящая от Верховной Личности Бога. Шрила Рупа Госвами определил 4 предварительных условия, выполнить которые необходимо искреннему ученику, желающему достичь успеха в духовной практике. Первое – это принять прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя. Второе – получить у него посвящение и учиться у него практике преданного служения. Третье – следовать указаниям духовного учителя с верой и преданностью. И четвертое – идти по стопам великих ачарьев под руководством своего духовного учителя. Тот, кто выполнит эти предварительные условия,
обретает качества, необходимые для того, чтобы понимать Шримад-Бхагаватам. То есть человек не может понять Шримад-Бхагаватам, если он не выполнил этих условий и не предался духовным учителям. А тот, кто по-настоящему услышит Шримад-Бхагаватам, освободится от желаний чувственных удовольствий и склонности к философским размышлениям. Такой человек, служа Господу Кришне, станет счастливым и умиротворенным. В человеке, который просто слушает Шримад-Бхагаватам, тотчас пробуждается влечение к любовному преданному служению Господу Кришне, Верховной Личности Бога, которая гасит в нем пламя скорби, иллюзий и страха. Бхагаватам 1.7.7. Шримад-Бхагаватам нужно слушать из уст авторитетного духовного учителя, который может мастерски направить верное русло, склонность человеку любить Кришну, пробужденный в результате слушания трансцендентных звуков Бхагавата. Этот трансцендентный авторитетный метод называется Бхагавата-дхармой. Внутри Международного общества сознания Кришны есть тысячи дел, связанных с миссионерской деятельностью. Слушая Шримад-Бхагаватам и занимаясь любым из этих дел, члены общества избавляются от шоки и мохи, а также страха, бхаи. На этом закончим комментарий, еще раз текст. Принимая истинного духовного учителя своей жизнью, душой и почитаемым божеством, ученик должен постигать через него процесс чистого преданного служения. Верховная Личность Бога, Хари, душа всех душ, склонен отдавать себя своим чистым преданным. Поэтому ученик должен научиться у духовного учителя преданно служить Господу без лицемерия и обмана, так, чтобы Верховный Господь, будучи довольным, предложил себя верному ученику. Итак, это наше служение. Это наше служение в этот день говорить о Шриле Прабхупаде, когда Кришна видит, что для нас это важно и ценно, в ответ на наши усилия он может проявить себя и проявить это понимание, чтобы до нас дошло, кто такой Шрила Прабхупада. И стих, который мы прочитали, говорит о том, что ждать от духовного учителя, зачем нужен духовный учитель. Татра Бхагавата Дарман Шикшет Гурватма Дайватам Амаяяну Вритьята Стушет Атматма Дохари. Оказывается, Кришна, обладая таким, мы вчера говорили об этом, день явления Господа Кришны, он обладает таким удивительным свойством, ему нравится любить. Ему нравится любить живые существа. Он с ума от этого сходит. Это единственное восхождение, чистое бхакти, единственное восхождение, которое привлекает Кришну. И у него руки чешутся, чтобы отдать себя живому существу. Вчера мы цитировали этот стих. И вот этот стих также говорит, он, Шрила Шридхар с вами в комментарии цитирует его высказывание, пример. Он приводит пример Ваманадевы и Бали Махараджи. Когда Ваманадев увидел искреннее желание жить в чистой бхакти у Бали Махараджа, что он сделал? Он целиком отдал самого себя Бали Махараджу и стал его привратником. Это достаточно смиренная позиция быть привратником. Это то же самое, что быть доводчиком у дверей. Знаете, там такой доводчик есть, но только живой. И он ушел из дома. Господь Ваманадев Нараяна ушел с Вайкунхи. Жена стала беспокоиться, куда муж делся. Целое приключение там случилось. Она стала искать его, пришлось как-то хитростью заманить его домой и так далее. Но это говорит, пример приводится, что Господь готов на это. Он готов вот к таким отношениям. Проблема только в том, что живые существа не готовы к таким отношениям. Но что делает духовный учитель? В чем заключается роль духовного учителя? И почему не каждый человек может быть духовным учителем? Знаете, так вот сейчас модно говорить, что каждый может быть. Ну, каждый и не каждый. Потому что, чтобы быть духовным учителем, человеку нужно, как говорит нам этот стих, научить своего ученика Бхагават-дхарме или Шримад-Бхагаватам. Если человек не сможет понять Шримад-Бхагаватам, и Шримад-Бхагаватам — это определенное умонастроение, это определенное сознание, сознание смиренного слуги Кришны. Если человек не понимает это сознание, то тогда
он не сможет завоевать Кришну. Он, при том, Кришна хочет, что его завоевали. Не нужно думать. Иногда преданные неправильно понимают, что бхакти, чистая бхакти, труднодоступна. Судурлаба. Труднодоступна. Это не значит, что Кришна, значит, не хочет себя дать. Он хочет себя дать, но просто люди не хотят его принять. Они от него всячески отбрыкиваются. Он говорит, ну возьмите меня, я буду лучшим другом, лучшим отцом, лучшим возлюбленным, лучшим господином. Тебе будет здорово. Он говорит, не надо мне ничего. Дайте мне лучшую квартиру в Израиле. Давайте как-то поменяем это на вот это. Поэтому Кришна хочет дать. Кришна хочет дать себя, но люди не берут. И даже если они говорят об этом, даже если они вот читают книги и ну, знают, что это важно, что это нужно, а не получается. Ну как-то, знаете, как у в театре, да, не верю. Как это, Станиславский, да, там у него система была, что нужно вжиться в роль, и режиссер стоял и говорит, не верю, не верю тебе. И вот человек даже может притворяться, что ему это надо, но ему не верят. Знаете, иногда учителю пишут письма, я был свидетелем такого, Исайя Махараджа, один ученик написал письмо, где там была сложная, сложная какая-то Санта-Барбара описана, и он спрашивает, он спросил у меня, Вацала, как ты думаешь, как правильно поступить в этой ситуации? Я говорю, ну понятно же, вот так и вот так. Говорит, я вот тоже так думаю. Но проблема, и при том ученик пишет в конце, Гуру Махарадж, вот как скажете, я так и поступлю. И Махарадж говорит, ну я ему не верю. Я ему не верю. Поэтому нужно подумать, как ему так посоветовать, чтобы это не было его оскорбление гуру, но также, чтобы это было благом для него, чтобы это не было полной майей. То есть как ответить так, чтобы он возвышался, и он мог это сделать. И вот Кришна не верит. Мы можем даже его как-то уговаривать, но он не верит, потому что если мы искренне этого не хотим, а искренне мы не можем этого хотеть, если мы не увидим, как эта искренность выглядит. Поэтому если духовный учитель неквалифицированный, говорит нам эти 21 и 22 стих 3 песни, о, 3 главы 11 песни Бхагаваты. В комментарии об этом сказано. Если учитель не квалифицирован, он не сможет помочь ученику. Потому что учитель придет, ученик придет и скажет, вот у меня тут ну, Праламбасура живет и Тхенукасура живет. Вот мои любимые животные домашние. Я с ними люблю обниматься, гладить их. Вот. Мы едим из одной посуды. Ну, нормально же с ними жить. И неквалифицированный гуру скажет, да нормально, а что делать? А что делать? Все так живут. И он не сможет помочь. А ученик придет с сомнениями. Каждое сомнение – это какая-то материальная привязанность. У человека, у которых нет материальных привязанностей, у него нет сомнений. Сомнение – это признак, это проявление. Да, допустим, скажем, Бала Кришна Прабху. Бросьте курить, наконец. Он, видите, как реагирует. Это не проблема. Но если бы он курил, он бы сказал, ну подождите, ну где в шастрах конкретно про эти сигареты написано? Там говорится интоксикация, но там нет кофеина, понимаете? Где тут кофеин? Это специальные сигареты. И начинается вот это все. И человек... Вот мы, обычные живые существа, приходя к духовной жизни, у нас там живут этот, знаете, заросли, джунгли вот этих материальных привязанностей. И, конечно, мы хотим и с Богом, ну, потому что там говорят интересно, ну и материальные джунгли. И если мы придем к обычному человеку, он, знаете, с пониманием, так, с психологическим слушанием, таким, как это, эмпатическим слушанием, да, выслушает нас, говорит, да, да, я понимаю, да, а что делать? Но духовный учитель – это другой человек. У духовного учителя, настоящего духовного учителя, у него есть стопроцентная убежденность, что просто служа Кришне, ты будешь счастлив. И если такого человека нет, мы не сможем прогрессировать в духовной жизни. Потому что, ну а кто, знаешь, вырубит эти джунгли? Да никто. Все будут с пониманием махать, так, качать головой, говорить, да, да, очень важно. Надо занять это, но вырвать это невозможно. И чем больше я понимаю вот эту вещь, тем больше я осознаю, насколько
Ну, мне повезло, нам повезло. Сейчас мы слушали, я слушал, когда преданных, и что-то Мадхава Прабху, да, по-моему, это сказал. Один преданный, он в своем подношении Шрилы Прабхупаде написал: Шрила Прабхупада, я вот сейчас вот вспоминаю, я вот сейчас думаю, вот что было бы со мной, если я не встретился бы с тобой? Вот как сложилась моя жизнь? Вот просто вот он сел на висасану, ну или на пенек, я не знаю, и стал думать, вот что бы произошло со мной, если бы 25 лет назад я не встретился бы с книгами Шрилы Прабхупады? Как бы сложилась моя жизнь? Чем бы я занимался? Что бы я ел? Что бы я делал? И даже, знаете, вот, ну, как-то вот напрягая свое воображение, вот как-то мы представляем, но на самом деле было бы еще хуже, чем мы представляем. Потому что сейчас мы как-то в гуне благости немножечко, и как, ну, наверное, вот так вот было бы, ну, вот так. Но там ведь, знаете, гуна невежества, она же прогрессирует. Ведь чем дальше она туда, тем невероятнее приключения ждут человека. И он говорит, когда я понимаю, что было бы со мной, если бы я не встретил тебя, то у меня появляется, ну, я понимаю, что я должник. И как не отдать свою жизнь в ответ за этот долг? И я тоже думаю, мне очень так резонировала эта его эмоция. Я тоже думаю об этом, и чем дальше я нахожусь с преданными, тем больше я начинаю ценить. Как же повезло, ведь такие люди очень редки. Эти люди, знаете, когда мы читаем пранама мантру Шрилы Прабхупады, намо вишну падая, да, и это пранама мантра говорит, что это человек, который очень дорог Кришне, он находится у его стоп, и поэтому Кришна его очень сильно ценит. Но самое интересное там, бхутале, на земле, то есть на земле такие не живут обычно. Вот, которые Вишну падая, Кришна пришедшая, это не с этой планеты. И то, что он на земле, это чудо. И такие люди очень редки, ученики Шрилы Прабхупады, искренние его последователи. Это, ну, днем с огнем не сыскать в этом мире людей, которые живут этим сознанием. И мне очень помогает. Мне очень помогает общение с этими людьми, со Шрилой Прабхупадой. Но иначе бы невозможно было бы практиковать сознание. Даже мечтать об этом невозможно. Вы вот проведите социологический опрос здесь, в Тель-Авиве, на Харинаме. И спрашивайте людей, как вам отзывается? Я вечный слуга Бога. Как у вас ощущения? И вот они вам скажут, какие у них ощущения. А если еще скажут, я служанка Бога, то у них еще будут ощущения. Знаете, ну как бы протест, внутренний протест. Но я понимаю, Богу Богова, да? Ну, то есть там свечку, там что там еще, пирожок дать ему. Ну вот там вечный слуга, это как-то унизительно очень. Но мы говорим об этом, мы радуемся. Откуда взялось это сознание? Это сознание возможно только получить у человека, который не из этого мира. И, ну как-то, до какой-то степени я понимаю это. И сегодня хотелось рассказать, каким образом духовный учитель производит эту метаморфозу с человеком, что, слушая Шримад Бхагаватам в изложении духовного учителя, человек покоряет того, кого невозможно покорить. Кришна сам становится его привратником. Кришна сам становится слугой такого преданного. И он хочет быть слугой преданного, но мы не хотим. Но слушая такого духовного учителя, идя за ним, видя мир глазами такого духовного учителя, это сознание переходит к любому живому существу, которое идет за духовным учителем. И это сознание называется сознание смирения. Когда у человека есть вот это смирение, настоящее смирение, то это покоряет Кришну. И Шрила Прабхупада, вся его жизнь была пронизана этим настроением смирения. Сегодня я такое открытие сделал интересное. Я слушал преданных, они пересказывали подношение Шринатхаджи Прабху, это один из учеников Шрилы Прабхупады. Он видел Шрилу Прабхупаду, но инициацию он принял у Шрилы Радханатхи Махараджи.
Вот, и он пересказывал, он доказывал, что Шрила Прабхупада был олицетворением смирения. Я почему вот, ну, слушаю Гуру Махараджа, и он все время говорит, Тринада Писаничина, вот это вот сознание Кришны, вот это вот надо практиковать. Я думаю, ну, не так часто я в лекциях, ну, слышу, что Шрила Прабхупада, ну, не так часто, как у Гуру Махараджи, мы так скажем, что он произносит этот стих. И тут Шринад Хаджи Прабху говорит, что Шрила Прабхупада олицетворение этого стиха Тринада Писаничина. Потому что этот стих Тринада Писаничина и есть смирение. Что Шрила Прабхупада является олицетворением смирения. И мы, ну, привыкли видеть Шрилу Прабхупаду, как его называли, Бхагаватам в одной руке и дубинка в другой руке. То есть он достаточно так очень уверенно людям объяснял философию сознания Кришны. И обычно в нашем сознании, когда мы говорим о смиренном человеке, возникает образ такого кроткого человека, который, ну, ну, совсем как-то согласен, как-то вот никого не обидеть, вот, ну, как-то вот такой человек, да, такая же, да, вещь возникает. И с классическим смирением как-то вот это вот, ну, я сегодня вспомнил, как Шрила Прабхупада встретился с Махариши Махеш Йоги, и этот Махариши Махеш Йоги восхищался Шрила Прабхупадой, говоря о том, ну, как вы могли этим западным людям объяснить идею бхакти, идею преданности, я понимаю, что это важно, это самая главная идея бхакти. Я не могу им такое сказать. Как вы смогли это сделать? Этим нервишеши и шуньяваде, которые в Бога-то не верят, в Бога как в личность не верят. Я тут не могу им сказать, что надо принципам следовать. Я им говорю, просто вот подышите тут, вот, помычите там, ну как-то вот. А потом, вот как-то вот потом, отречение это важно, да, но потом. А вы им не только отречение, вы им бхакти даете. Какой же вы молодец. И Шрила Прабхупада, вместо того, чтобы, как обычно, на похвалу, как реагируют люди на похвалу? Да, ну это все по милости Гурудева, ну спасибо, что вы оценили. Вместо этого Шрила Прабхупада стал отчитывать этого Махариши Махеш Йоги. И он говорит, так вы понимаете, что бхакти – это цель жизни? Почему же вы обманываете своих последователей? Вы же обманщик. Знаете, человек, ну так неловко ему стало, он не ожидал такого. И где ж тут смирение, да? Шрила Прабхупада, уходя из этого мира, он стал сам просить прощения, говорит, я был рисковат, я, ну, неправильно, я кого-то оскорблял. Он стал просить прощения у своих духовных братьев, и находящиеся там духовные братья говорят, нет, ты все делал правильно, ты неправильно, ты не надо тебе извиняться, ты все делал правильно. И где смирение? Что такое смирение настоящее? И почему Шрила Прабхупада, каковы доказательства того, что Шрила Прабхупада был олицетворением смирения, которое так притягательное для Кришны, что он становится слугой своего преданного в виде такое смирение, что он заражает, такой преданный заражает других таким смирением, да, как истинный духовный учитель, и те начинают привлекать Кришну к себе. И доказательством такого смирения, во-первых, надо дать определение, что такое смирение. Вообще всегда смирение означает, что смиренный перед кем-то. Сейчас она свистит. Смирение перед кем-то. Всегда смиряться означает, это правильный момент. Смиряться означает, что вот есть кто-то, да, вот перед смиренным перед Балакришной Прабху. Это означает, что я делаю все то, что Балакришна Прабху мне говорит. Это есть смирение. Притом делаю это добровольно. Когда заставляет, это не смирение. Когда вот я добровольно это делаю, с удовольствием это делаю, это называется смирение. И вот смирение всегда перед кем-то должно происходить. Перед кем-то. Человек не может быть смиренным перед всеми. Вы представляете, если я буду смиренным перед всеми? Это означает, что один человек говорит мне одно, а другой человек говорит мне совершенно другое. У меня сразу возникает конфликт. И это как служить нескольким господам. Смиренным перед несколькими господами быть невозможно. Поэтому настоящее смирение – это смирение только перед Богом. И вот это Тринада Писаничина – быть ниже соломы, это значит, что ниже соломы по отношению к Богу. То есть человек выражает почтение каждому, не ждет почтения к себе. Почему? Потому что Господь просит, чтобы он так делал. Но он смирен перед Богом. Это желание Бога, поэтому он так делает. И настоящее смирение – это только перед Кришной. И когда Шрила Прабхупада, я читал вот в этой книге «Уроки любви», Шрила Прабхупада был в 50-е, нет, не помню когда, он вместе со своими учениками
были на прогулке, он был на прогулке во Франции, в Париже, и преданный спросил у него, что такое смирение. И он объяснил, что смирение это когда... А давайте я просто, да? Давайте мы ее откроем, это очень красивое. Его зовут Хари Вилас Прабху. Хари Вилас Прабху. Я помню, как однажды мы со Шрилой Прабхупадой гуляли по Бугонскому лесу. Я задавал ему много вопросов, сейчас уже не помню каких, но один вопрос и ответ на него я помню очень отчетливо. Я спросил Шрилу Прабхупаду, что означает быть смиренным? Он дал удивительный ответ на этот простой вопрос. Смирение – это абсолютная, непоколебимая, без тени сомнений убежденность в том, что ничего в этом мире, ни твои деньги, ни твоя семья, ни слава, ни оружие, ни образование, ни врачи, ни государство, ни власть, ничто другое, кроме милости Кришны, не спасет тебя. Если у тебя есть такая убежденность, значит, у тебя есть смирение. Это объяснение поразило меня. Шрила Прабхупада указал на самую суть смирения. Смирение – это когда мы полностью полагаемся на Кришну и перестаем зависеть от любых материальных вещей. Вот это смирение. То есть полностью полагаясь на Кришну. У нас могут быть все эти вещи, и пистолет, и счет в банке, да? Ну, мы живем здесь, но нет веры, что это меня спасет. Что только Кришна меня может спасти. И когда это то же самое, что Шрада Шабда Вишваса, Каки Судридхани Шая, Кришна Бхакти Кали, Сарвакарма Критахая. Что просто служа Кришне, я выполняю все остальные обязанности, мне ничего другое не нужно делать, как просто делать то, что нравится Кришне. И это вера Вайшнава. Это и есть смирение, это синонимы. И когда у человека есть это понимание, то проявляются два качества, которые Шрила Прабхупада очень ярко проявлял. Это Шринат Хаджи Прабху, как он доказывал, что Шрила Прабхупада был олицетворением смирения. Может быть, внешне не все понимали этого, не все могли это понять из-за неправильных представлений о том, что такое смирение. Но есть качества, которые Шрила Прабхупада очень ярко проявлял, и они могли появиться только потому, что у него было настоящее смирение. Эти два качества, о которых говорили, первое – это невозмутимость и стабильность. Невозмутимость, бесстрашие. Это от одной вещи. Бесстрашие, невозмутимость, стабильность, непоколебимость. Говорится, что величие человека проявляется в том, как можно понять, измерить величие человека, насколько он прославлен, насколько он велик, насколько он махатма, потому насколько он может терпеть невыносимые ситуации, насколько он может терпеть провоцирующие ситуации. Какие-то трудности он может терпеть. И вот давайте вспомним, вот приходят к нам трудности. Знаете, вот я только проснулся сегодня, и тут кто-то открывает дверь и говорит, все, надо ехать. Или, все, надо уже лекцию давать. Или, не приготовите вы сегодня для божеств. Или, там никто не убрал. Вы поможете убрать? А вы только проснулись, у вас ни одного круга джапы. Вы не ели всю ночь. У вас еще вечером что-то надо делать. И как вы будете на это реагировать? И вот в этот момент проявится ваше величие. В этот момент проявится ваше величие. Понимаете, да? И это трудно имитировать. Когда описывают совершенного человека, находящегося на уровне Брахмабута, освобождения, Брахмабута прасанатма, нашочанти, накангшанти, самах сарвешу бутишумат бхакти малабате парам. Этот человек ни о чем не скорбит, не слишком радуется, не слишком горюет, ничего не хочет. Почему так у него получается? Только потому, что у него есть внутреннее смирение. И он говорит, Кришна, ты можешь сделать со мной все, что захочешь. Хочешь, чтобы я готовил, я буду готовить. Хочешь, чтобы я не готовить, я не буду готовить. Хочешь, чтобы я ел, я буду есть. Хочешь, чтобы я умер, я буду умирать. Хочешь, чтобы я остался жить, я буду жить. Вот такое состояние смиренного человека. Это называется ниже соломы, это терпеливее дерево. И Шрила Прабхупада несколько примеров приводили.
невероятной такой устойчивости Шрилы Прабхупады. Я сейчас посмотрю, потому что хочется, хочется пример, историю эту точно вспомнить. Ага, стабильность. Да, две истории приводилось в пример. Однажды, это было в Индии, однажды в Индии Шрила Прабхупада с учениками, они сидели, занимались какими-то своими делами, и неожиданно открылась дверь. Вот так же, как сейчас, открылась дверь, но только не вошел Гирирадж Прабху, а вошли люди такие в масках. То есть в Индии есть такая категория, гунды называется. Я однажды... Кто видел гундов? Я видел один раз. Видели, да? Вот на них смотреть уже страшно. А? На вас нападали? Во Вриндаване, да. Я вот видел такого человека, у него такое лицо, уже страшно становится. Слава Богу, он не на работе был в этот момент. Он пришел в храм поклониться. Но это было такое страшилище. То есть сразу кровь в жилах стынет просто от одного его безжалостного взгляда. При этом он как-то умудрялся быть еще преданным Кришне. И вот эта вот толпа гундов ввалила в комнату Шрилы Прабхупады с ножами, с намерением ограбить. Они слышали о том, что гуру западных учеников, не бедный человек наверняка. Вот. И они стали объяснять, что они хотят. Шрила Прабхупада, глядя на них, не моргнул глазом вообще. Он сказал: у меня ничего нет. Он сказал: я ничего не делаю для себя, поймите, я ничего не делаю для себя. Это все для Кришны. Вот такой реакции они никогда не, никто так не реагировал. И у них какой-то есть сценарий, как вот психологи объясняют, есть у каждого, есть определенный сценарий. Вот такая реакция, вот такой сценарий, вот такой сценарий. Вот если напоминает папу в детстве, то вот такой сценарий развития. Если там учителя, вот такой сценарий развития. И когда он среагировал таким образом, у них все сбилось. Они просто развернулись и ушли. Поняли, как что-то непонятное. Другой пример, который приводили. Шрила Прабхупада был в Испании. Они шли с преданными. Что-то там, какой-то стадион, то ли коррида, то ли еще что-то такое было. И разъяренный испанец, здоровяк такой, он с добрым лицом, да. Он, огромный испанец, разъяренный. Видать, наши проиграли, там кто-то мы проиграли. Но, знаете, с проклятиями, с такой вот ненавистью он шел, знаете, прям агрессивно шел на преданных, на Шрилу Прабхупаду. Вот они в лоб идут. Шрила Прабхупада, не сбавляя хода своей походки, знаете, плавно как вот он идет, быстро и плавно. Он шел прямо на него, и, проходя мимо, он взял свою тросточку и, знаете, так вот благословил его по башке. То есть для него эта тросточка, для этого быка, да, это вообще никак. Но он остолбенел от неожиданности. Шрила Прабхупада пока думал, что делать дальше, он не остановился, прошел мимо. И преданные прошли вслед за ним. То есть вот такое бесстрашие, я не знаю, это невозможно сымитировать. Невозмутимый, что бы ни происходило, другой пример, который рассказывал еще в 90-е годы, я слышал эту историю, когда Шриле Прабхупаде пришли два письма, и в одном говорилось о том, что кто-то из его близких умер, а в другом, что там что-то, то есть храм отобрали, что-то такое, я не помню подробности сейчас. И он закрыл, и преданные, они знали, что там произошло, они смотрели на него, как он среагирует. Это, знаете, важно, когда ваш лидер – это же основа общества. Вот когда, муж в семье, да, если дети все смотрят на мужа, если он, знаете, вот там испугался, он не знает, что делать, что будет с семьей, вообще непонятно. Это же их основа вообще. Если президент храма скажет: ой, не знаю, что делать. Знаете, президент страны скажет. Я иногда привожу этот пример, в России привожу. Представляете, наш президент Владимир Путин выйдет на экран, говорит: ой, не знаю, что делать. Америка нападает, китайцы то. Я не знаю, что будем делать, ребят. Так вся страна развалится. Понимаете, очень важно. И в этот момент это вера вайшнавов. Они смотрят на Шрилу Прабхупаду, как он среагирует на эту трудность. Он зашел в комнату, закрыл
дверь на ключ. А этот преданный, он стал подглядывать туда, что он будет делать. Он лег, Шутакирти, да? Он лег на... Шри Вишнупада рассказывал, но это Шутакирти. Да. Он лег на кровать или на пол, я не помню уже, и стал смеяться. Он стал смеяться. Кришна, ну ты даешь. Вот эта непоколебимая убежденность, опыт, что Кришна существует, и что бы он ни делал, это благо для меня. Поэтому я просто смиренно делаю то, что он от меня хочет. И признаком такой смирения внешним, это стабильность, невозмутимость, бесстрашие. И Шрила Прабхупада проявлял эти качества. Ну а как иначе поехать в Америку? Это же не то, что сейчас купил билет там за 10 часов ты в Америке и смотришь, что тут интересного есть. Что тут интересное, что тут на вкус, о, какие интересные магазины. То есть это не привлекательно. Это там, как Шрила Прабхупада, увидев все это, у него вырвалось из сердца неоскверненное раджаса тамас. Вот это вот то, что он увидел, это ужас просто. Вот даже для преданных, я не знаю, вот в поезде, ну, здесь на поездах, наверное, ездит, вот когда преданный едет в поезде и не помылся сутки, там говорится в писаниях, в ведах, что браман может покончить с собой, если нет воды. То есть настолько браману без воды плохо, что ему разрешают, вообще-то грех большой покончить с собой. Но браману с пониманием беды, они относятся к браману с пониманием, что ему так больно от того, что он не может помыться, что ему разрешают покончить с собой. Нам не понять, да? Шрила Прабхупада вот с этим чистым сознанием из Галуки, из Баума Вриндавана, он приезжает в этот ад, но это нужно быть очень решительным человеком. Бесстрашным человеком, без денег. Вот я тоже вот был в Германии, и я из одного города в другой первый раз там, на этих немецких поездах, я все переживал. У меня такие ассоциации с индийскими поездами. Я думаю, тут, ну, там же несколько пересадок не надо было сделать. Я думаю, а как это, как? Я языка не знаю. Эти бургеры не говорят на английском, они говорят на немецком. Как я буду объясняться? Вот, и страх такой, может, не надо, может, я лучше как-то в другой раз. Говорит, да все, не бойся ты ничего. Ну, то есть такая ерунда, и все равно беспокойство. Тут непонятно, куда вы едете. Они не понимают ваш язык. Они понимают, о чем вы говорите. Они не хотят это вообще слышать. Надо быть очень решительным человеком. Бесстрашным человеком. И второе качество, которое Шрила Прабхупада экстремально проявлял, и которое без смирения, вот такого смирения, невозможно проявлять. Это невероятное сострадание. И вот сегодня я узнал разницу между состраданием и жалостью. В чем разница между жалостью? Вот мы идем и видим кошечку. Кошечка такая, голодненькая. Вот. А? Голодная еврейская кошка. И вот так жалко ее. И вот чувствуем такое вот. Это хорошее чувство. На самом деле, люди, которые, видя страдания других живых существ, ничего не шевелится в их сердце, это очень жесткие. Это признак такого глухого тамаса. Это значит, что у человека он бессердечный просто. Это правильно. Когда мы видим, когда кому-то больно, это правильно, что внутри начинаем чувствовать боль за этого человека. Но у этого чувства есть разная степень. И вот жалость – это когда у человека есть вот это вот чувство боли по отношению к другому человеку, но это чувство не бескорыстно. Он хочет за свое сострадание, за свою жалость, он хочет что-то получить. Вы думаете, как? Каковы доказательства? Если жалость, то почему не по отношению ко всем живым существам? Почему коров едят, а кошечек жалеют? Потому что кошечка, она дает мне почувствовать себя благодетелем. Я вот ее вот так глажу, она так мурлычет. Я понимаю, о, я позаботился о нем. Или почему только по отношению к своим детям? Почему? Потому что это мой ребенок. Потому что он со мной связан. Это я. Это я к себе так отношусь. Понимаете? Поэтому жалость, она всегда ограничена какими-то рамками. И эти рамки, они заключаются в
том, насколько я получу чувственных наслаждений за счет этого. Почему именно эта женщина вас привлекает? Почему не эта? Потому что это вот моя жена. А вот это, ну, это другая тетя. Поэтому вот к ней я по-особому отношусь. Почему? Она по-особому ко мне относится. А это нет. Уловили, да? И вот Шрила Прабхупада, а что такое настоящее сострадание? Дая. Это когда неограничено, духовное сострадание не ограничено это, этими рамками. Не ограничено корыстью. Там нет никакой корысти. И когда корысти нет, то что кошечка, что корова, что жена одинаково. Одинаково не безразлично. Это стих, который мы вчера читали, да, что Кришна одинаково. Для Кришны нет высоких или падших. Что одни достойны его милости, другие недостойны его милости. У Кришны такого нет. И там расшифровывают. Но это не значит, что он ко всем безразличен. Нет. Он выражает почтение каждому и не ждет почтения к себе. Поэтому для сострадательного человека, настоящего сострадательного человека, для него нет никакой разницы между этим микробом и между президентом. Он одинаково переживает за то, чтобы они были счастливы. И поймите, невозможно сострадать, когда внутри нет счастья. Вот когда сам голоден, и заходит человек, знаете, с таким упоением ест. Ну что ест? Пиццу вегетарианскую. Она так пахнет прям, ну сыр, вот только-только ее испекли. И он вот перед вашим носом жует ее, она не предложена оказалась. И в сердце не проявляется сострадание, потому что в желудке голодно. И ты думаешь, вот мне бы так страдать, как этот человек. Зависть проявляется. Но когда внутри наполнение, когда внутри счастье, то даже когда находишься в кругу, то есть не нужно, что нужно думать, что Прабхупада тоже говорил об этом, что не только бедных надо кормить, надо всех кормить. Потому что они все бедные, духовно бедные. Прасад это не только для бедных людей, это для всех прасад. И вот это сострадание настоящее, возможно только если внутри есть настоящее счастье, которое человек, который полностью счастлив, у него нет корысти, поэтому для него все одинаковы. Ведь корысть появляется только, видеть свои, чужие только тогда, когда несчастный человек, когда есть, какой-то дефицит. Поэтому вот этот дал мне пирожок, он хороший человек, надо о нем позаботиться. Этот не дал мне пирожок, он плохой человек, не надо о нем заботиться. И вот Шрила Прабхупада, вот это смирение, которое есть у Шрилы Прабхупады, оно позволяло ему ощущать полную заботу Кришны, полное счастье. Поэтому он очень сильно чувствовал боль людей на Западе. И не только на Западе, везде он чувствовал боль, в том числе и на Западе он чувствовал боль. И поэтому эта боль заставляла его не спать ночами, да? Заставляла его поить с ложечки своих учеников, которые еще были Нирвишеша и Шуньявади. Да? Терпеть эти выходки и только в начале, не нужно думать, что только в начале были трудности какие-то, чем дальше, тем больше. Они хотели захватить его искон, и он это все понимал и все это прощал. Да? Вот такое сострадание. Я не буду сейчас туда, там интересные есть истории, но не буду сейчас рассказывать. И хотел две истории проявления невероятного сострадания Шрилы Прабхупады. Одна история, я подробно, я не знаю, давайте я, может быть, она классная, хочется прочитать ее, она очень хорошая. Нормально же, да? Не слишком долго еще. Нет, все нормально, все нормально. Это пишет один преданный ОБЛ Капур или Адикеша Вадас, может быть, вы читали книгу Госвами Вриндавана, это известный человек, и это его воспоминания о Шриле Прабхупаде в начале 30-х годов, когда сам он был начинающим преданным. И он пишет: «Я близко общался с Прабхупадой в течение примерно 8 лет в Аллахабаде. Мы встречались с ним почти каждый день. Впервые я увидел его в Рупа Гаудия Матх в 31-м году. Он сидел и играл на мриданге. Этим вечером в храме была лекция, а затем киртан.
После киртана настоятель Мадха повел меня к нему и представил как научного сотрудника Аллахабадского университета и ученика Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупады. После этой встречи наше знакомство переросло в приятельские отношения, а затем в тесную дружбу. Мы были очень близки с ним. Я назвал его Дада, старший брат. В 1939-м я уехал из Аллахабада, и мы не виделись где-то 29 лет. Я устроился на государственную службу, а он остался там. В свой срок он принял саньясу, и пути наши вплоть до 1967 года не пересекались. В 1967 году... Я здесь пропущу. Тогда в Аллахабаде мы встречались почти каждый день. Иногда он навещал меня, но, как правило, мы видели с ним Рупа Гаудия Матхи по вечерам, когда он приходил проводить лекции и киртаны. У него был магазинчик, он продавал лекарства, некоторые изготавливал он сам по своим формулам. Однажды он сделал тоник и дал попробовать мне. Вообще он сдавал в тот момент, этот ОБЛ Капур, он сдавал экзамен или писал свою диссертацию. И вот Бхагава Кришна Прабху понимает, наверное, у него был настолько поглощен этим ум, что он не мог заснуть. И он пришел к Шриле Прабхупаде и попросил, то есть Абай Чарану, он попросил, дай мне вот тут у тебя лекарство, может есть у тебя что-то, ну, чтобы вот ум успокоить. Тоник какой-нибудь есть, какая-нибудь штука, вот ум успокоить. И однажды он сделал тоник и дал попробовать мне. Я сказал, замечательный подарок. Не могу отказаться, но я хотел бы, чтобы вы дали мне тоник, который принимаете сами. Перескажу лучше. И он, значит, дал ему этот тоник, вот тот первый. И он, значит, стал его принимать, его ум успокоился, сдал экзамены, счастливый. Он приходит вновь к нему, говорит, знаешь, помогло, хорошая вещь. Но я хотел бы от тебя получить такой тоник, тоник Кришна Према Бхакти, который ты принимаешь сам. Потому что я смотрю, что у тебя вот прям такое счастье. Вот можешь вот дать вот этот тоник? Он говорит, я сейчас думаю над его созданием. Я сейчас думаю о формуле, которая позволит этот тоник сделать. Через какое-то время, когда он пришел к нему, он спросил, ну как, готов этот тоник? Формулу я уже сделал. Эта формула звучит Трината Писунича на Тарор Ивасахишу на Аманина Манадина Киртани Ясадахари. Вот формула уже открыта, формула уже вычислена. Но когда, говорит, но когда будет продукт? Продукт-то когда будет? Когда будем пить-то вот эту всю вещь? Хорошо звучит, но когда на практике? Говорит, когда я буду разливать это по банкам, мы будем вместе с тобой раздавать этот эликсир. Тогда ты поймешь, что мы его открыли. Тогда ты поймешь эту вещь. И другая история, это вот пример, это 30-е годы, еще ничего не было, Ну, то есть он еще Бхактисиддханта Сарасвати, ему последние наставления не были даны, но уже в то время Шрила Прабхупада думал об этих вещах. И в 50-х годах, когда была Вьясапуджа, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, ученики его собрались вместе, Шрила Прабхупада также был там, и они размышляли над стихом, который говорил предсказанием Господа Чайтаньи, что в каждом городе и деревне будут воспевать святые имена Господа. И они долго обсуждали, как понять это наставление, потому что великий Бхактисиддханта Сарасвати уже ушел с проявленного мира, а кто кроме него, такого харизматичного, такого чистого, мог выполнить этот приказ? Разве это возможно? Может быть, речь шла не о всем мире, а только об Индии, но там явно было сказано, что в каждом городе, в каждой деревне. И тогда Шрила Прабхупада сказал, знаете, это может сделать только тот человек, для которого наставление духовного учителя – это жизнь и душа, для которой принял прибежище лотосных стоп духовного учителя. Только такой человек может это сделать. И они переглянулись, хорошо звучит, но а как на практике? Как на практике? И тогда он произнес вот этот стих, опять этот стих. Трината Писуничина, Тароры Васахишина, Аманина Манадина, Киртани Садахари. Только тот человек, который пропитан этим сознанием, он сможет совершить это чудо. И вот это вот невероятная не жалость, а сострадание. Еще раз, жалость это когда по отношению к своим, потому что мы можем получить что-то от этих своих.
А вот это невероятное сострадание Шрилы Прабхупады, который проповедовал всем и каждому, да, это проявление смирения. А смирение – это проявление того, что человек счастлив от сознания Кришны. Еще одну историю расскажу, когда Шрилу Прабхупаду один человек, знаете, так у него сомнения зародились, ведь Видья-Виная Сампане, да, что мудрый человек, святой человек, Махатма видит всех одинаково, а вы ругаете людей. Почему вы ругаете людей? Где ваше равное видение, равное отношение ко всем? И Шрила Прабхупада объяснил, что, знаешь, это очень высокий уровень. Я не нахожусь на этом уровне. Но, знаешь, вот я одинаково всем проповедую. И это моя Видья-Виная Сампане Брамани, самадаршана. Моя самадаршана, что и всем одинаково проповедую. И тот человек был под впечатлением, он думал, ну, действительно, всем одинаково проповедует. Он и микробы президенту, и кошечки, и какому-то человеку одинаково переживает за каждого из них. И это сильная вещь, и научиться этому смирению невозможно самостоятельно. Это не бывает такого. Мы не сможем, знаете, вот выдавить как из пасту из тюбика, из своего мозга смирение. Это невозможно сделать. Его там нет просто. Там нет трансцендентного смирения. Но, как говорит нам этот стих, который мы прочитали сегодня, если человек учится у духовного учителя, если он впитывает это сознание духовного учителя, то тогда он сможет научиться этому состоянию смирения, которое описывает Бхагавата. И когда будет это состояние смирения, тогда Кришна скажет: слушай, я тебе всего себя хочу отдать, я отдаю себя тебе. И без Шрилы Прабхупады, без его представителей, ну по-другому нет, другому нет варианта. Можно еще 2 минуты? Мы недавно праздновали день явления Господа Баларамы, и вот это настроение, 13 описаний, это настроение, которое Господь Баларама, этот вкус к этому счастью, который Господь Баларама несет, он учит. Почему он изначально духовный учитель, Господь Баларама? И мы не поклоняемся людям. Не то, что вот Шрила Прабхупада пожилой человек, поэтому мы ему поклоняемся, вот он организовал нашу вот организацию, все. Мы поклоняемся ему, потому что он представитель Баларамы. Что Господь Баларама проявился в его сознании, очень сильно проявился. И проявился это как раз вот это сознание из духовного мира. Он носитель этого духовного сознания. Этому мы кланяемся. Этому сознанию мы предлагаем эти лепестки, да, которые мы сейчас будем предлагать. Мы поем ему Гуру Пуджу. Почему? Он носитель этого сознания, Господь Баларама, Господа Баларама. И это его величие. И в Кришна-лиле Господь Баларама убивает 2 демонов. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что эти демоны олицетворяют собой разные анартхи. И из всех этих анартх 2 человек должен уничтожить самостоятельно своими усилиями. Ну, как бы приложить усилия, чтобы уничтожить их. Все остальные анартхи уходят сами собой, Кришна с ними расправляется. Просто человек практикует сознание Кришны, и все это уходит. Но вот эти 2 анартхи человеку нужно... Ну, приложить усилия. И не то, что он будет прилагать усилия. Его усилия будут заключаться в том, что он сознательно будет приглашать в свое сознание духовного учителя. Вот в этом усилие. То есть сам он невозможно это сделать, но его усилие будет в том, чтобы он пригласил Господа Балараму в свое сердце для того, чтобы он прикончил 2 этих демонов. И эти 2 демона олицетворяют собой 2 вещи. Вожделение – это Праламбасура, и разум, одержимый вожделением. Тхенукасура олицетворяет собой материалистичный разум. И Шрила Прабхупада в Бхагавадгите 3.40 в комментарии объясняет, что разум, одержимый вожделением, приводит к тому, что душа принимает ложное эго. Это самый близкий сосед души. Ну, кому интересно, там можно почитать, обсудить, хорошие темы для обсуждения. Самый близкий сосед души – это разум. И когда он под влиянием чувств и ума, вожделения проникает в разум, этот материалистичный разум, и материалистичный разум – это означает, что человек строит планы о том, как наслаждаться в этом мире, что счастье здесь, и надо его обретать здесь. Этот материалистичный разум заставляет душу принять эту ложную концепцию.
И вот эти два демона, это два вкуса. Один вкус – это вкус ума к чувственным схождениям. А второй – это вкус материалистичного разума к тому, что я здесь наслаждающийся, я здесь управляющий, здесь все, я все порешаю. И вот эти две проблемы, и душа не может заниматься сознанием Кришны, пока ей очень вкусно две эти вещи. И даже вы можете ей объяснять, это нехорошо. Знаете, есть такая пословица, сердцу не прикажешь. Слышали, да, такое? Я вам могу даже объяснять, ну это не надо делать. А вот это неправильно, в ад пойдешь. Вот, и все остальное. Ну нравится мне. Иногда людям нравятся отвратительные вещи. Знаете, какой-нибудь омуль с душком. Ну, гнилой омуль, да. Он воняет. Рыба, омуль это рыба такая. И вот она воняет тухлятиной, а человеку нравится. И говоришь, ну это же отвратительно, да ты ничего не понимаешь просто. Иногда нам нравятся такие вещи, которые убивают нас. Люди пьют водку, ему нравится, но это разрушает его. Люди принимают наркотики, это убивает его, но ему нравится, и он ничего с этим не может сделать. И вот эти привязанности, этот, как мы говорили, джунгли, которые там живут, джунгли вожделения, которые живут в нашем сердце, в нашем сознании, в нашем этом разуме, но вот никто. Как от них не избавиться? И что делает Господь Баларама? Этот необычный или представитель Господа Баларамы, как мы уже говорили в начале, что он делает? У него есть сильный вкус к этому. И как он убивает Праламбасуру и Тхенукасуру? Как он Праламбасуру убил? Стукнул его кулаком по голове. Ну, помните эту историю? Он прикинулся маленьким мальчиком, такой невинный, такой вот, ну а что такого? Ну, немножечко покурим. Что такого? Немножечко шоколадок, немножечко пива безалкогольного. Что такого? Нормально же. Невинный мальчик. А потом он вырастает такого огромного бугая, который хочет уничтожить всех этих пастушков. Весь Вриндаван хочет уничтожить, убив их. Потом они помрут от горя. Да? Праламбасура он же такой. И Господь Баларама, увидев эту природу, этого желания, Он переживал, во-первых, за Кришну, что там тоже у Кришны может быть такой же, второй. И надо было срочно, там нельзя было как-то цацкаться с этим Праламбасурой, надо было срочно делать дела и бежать спасать Кришну. Вот. И поэтому Господь Баларама с размаху ему по башке, бабах! И Праламбасура, вкус к материальным привязанностям, просто раз и копыта откинул. И это как бы аллегорично, конечно, да, но что это на практике означает? На практике означает, что у человека, у которого есть вот это смирение, это счастье от служения Кришне, он зарождает этот вкус в нашем сознании, он разоблачает этого Праламбасуру в нашем уме. И делает, знаете, мы начинаем стесняться этих вещей. Я говорю, ну да, что-то это нехорошая вещь. Почему? Потому что там появился Господь Баларама, по милости духовного учителя. А Тхенукасура, как его тоже раскрутили, да, вот раскрутили, закинули. Сразу, как только, смотрите, разум зависит от чего, наша работа нашего разума зависит. От того, какие ценности есть в нашем уме, какие желания, какие главные вкусы есть в нашем уме. И как только в нашем уме появляется хотя бы небольшой вкус к служению, хотя бы небольшой вкус, у нас разум начинает сразу работать по-другому. Потому что разум, для работы разума должны какие-то ценности. Это определяет логику разума, определяет, что надо делать, куда надо идти, чем надо интересоваться. И как только там появляется духовный вкус небольшой, разум начинает быть просветленным. И без Господа Баларамы, без его представителя это невозможно. Поэтому в этот день, не знаю, мы будем пели Гуру Пуджу или нет, мы уже пели, в этот день очень важно, ну, просить Шрилу Прабхупаду. Я сам так делаю, я делаю это каждый раз, когда пою Гуру Пуджу. Я прошу его, вот, помните эта строчка, «Прими меня под кров твоих лотосных стоп». И что это означает? Я всегда, когда объясняю этот баджан, и сам также медитирую, я прошу Шрилу Прабхупаду, пожалуйста, позволь мне никогда не уходить из ИСКОН. Что такое прибежище, принять кров под лотосными стопами? Лотосные стопы – это олицетворяет собой наставление, сознание Шрилы Прабхупады. И принять прибежище у лотосных стоп означает, позволь мне всегда
впитывать твое сознание и видеть мир твоими глазами. Потому что столько соблазна, столько вот туда можно уйти, сюда можно уйти. И мы самого Шрилу Прабхупаду просим о том, что позволь мне всегда находиться под сенью твоих лотосных стоп, всегда видеть мир так, как ты видишь, чувствовать мир, как ты чувствуешь. И это значит никогда не уходить из ИСКОН. Никогда не уходить из организации, которая является телом Шрилы Прабхупады. И это является тем, что может убить этих двух демонов, Прабхамбасуру и Дхьянабасуру. Так мы говорили сегодня в главном качестве Шрилы Прабхупады. Он является олицетворением смирения. И эти два качества проявлялись внешне как его невероятная невозмутимость, стабильность, бесстрашие. И второе, как беспрецедентное сострадание. Не жалость, а сострадание. И если мы слушаем такого духовного учителя, идем за ним, то тогда его сознание, его это смирение, духовное сознание входит в нас. И Кришна, как говорит этот стих, очень сильно хочет отдать себя такому человеку. Хари Кришна, Шрила Прабхупада ки!